Добрий вечір, це подорожнє. Для мене завжди людина, яка стоїть ось там по той бік камери і дивиться в це темне вічко і бачить там якісь химери, завжди була якоюсь такою особливою. Я завжди хотіла зрозуміти, як він це робить. Про вас мені казали, от Пілунський. Я питала, от хто для вас Пілунський? Він казав, ну, модний оператор. А я знаю про вас ще дуже багато якихось таких речей, які навіть із модним оператором у такому уявленні, усталеному, не в'яжуться. Хоча ви модний оператор, ви зняли «Вій». Ви пишаєтеся тим, як ви зробили «Вія»? Я работал там с индустрией, настоящей киноиндустрией, с профессионалами, которые работают именно вот в таких фильмах группы А, работают с Голливудом. Угу. То есть это вот чехи, немцы, англичане, которые работают вот в самом топе кинематографа и на которых идут зрители. А модный оператор, я не живу в этой системе ценностей. Я просто делаю, я сам впечатляюсь от тех картин, которые создаю. Вот, и, соответственно, это впечатление просто делюсь со зрителями. То есть... Я про це і кажу, що ви від цих модних операторів тим і відрізняєтеся, як на мене. Бо я, в принципі, ніби багатьох знаю. Але оце слово, що ви сказали, ділюсь. Бо, ну, так, якщо хтось запитає, хто такий оператор, так, то скажуть завжди, що ну, це людина, яка завжди в тіні, бо головний завжди режисер, а цей чоловік, він десь там. Але саме він малює кіно, фактично. Бо це не просто дивитися, як я сказала, примітивно там в вічко. Це маса світла, це різні оці ваші штучки, які ви тільки знаєте, як що розставити, як показати. І людині здається, що це справді так, от просто воно так і є красиво. Насправді все це робите ви. Ну, не я. Повноцінно ж не я. Тобто це ж велика команда працює. От я... в цьому теж весь Пілунський, бо він каже, це не я, це вся команда. Ну, розкажи, це я. Там же, ну, я просто окончательный калькулятор у мене, экспонометр, которым я светом виявляю роботу всіх, хто працював над фільмом. То есть на мне высокая ответственность, это я понимаю, что я отвечаю за работу каждого, то есть весь труд. Ну вы знаете, сколько поставить світла, как его поставить, как сделать так, а не так. Насправді, навіть оцей стіл можна показати, правда ж, в мільйонах варіантів. І з цього можна зробити шедевр. Залежить від того, як ви це покажете нам. Якщо шедевр заложен в самой конструкції стола, да, то я його покажу. Я с уважением отнесусь к конструктору этого стола и покажу шедевр. К сожалению, есть такие предметы, которые... Если не вот можно он... высветлить. Да. Знаете, как со сценарием. Значит, это фильм может быть красивый, некрасивый, вот, но если нет сценария, зритель его смотреть не будет, даже если он будет снят самым крутым оператором в мире. Ви сказали, що коли я перший раз мав такий досвід, я вирішив, що я буду оператором. Це було тоді, коли ви жили в Криму? Ви народилися в Севастополі? Ну, я, да, родился в Севастополі. Я скажу більше, я знаю вашого батька. Ну, да, я знаю, що ви знаєте. Ви знаєте, що знаєте. І я за ним скучаю. Він в Криму. Да, він в Криму. Він взяв, тобто, це принципіальна позиція. Вот, і я її вважаю, хоча дуже хочу, звісно, його побачити і обняти. Ми спілкуємося по скайпу, ну. Ви не можете цього зробити? Ні. Потому что если он выйдет из Крыма, его не пустят обратно, если, а меня не пустят в Крым. То есть уже опыт был появиться в Москве. Наташа Королева пригласила на съемку клипа. И это недавно? Там, это год назад. Угу. Чуть больше, да. И то есть мне просто развернули в аэропорту. И после этого появилась в русской прессе фраза о том, что депортировали координатора ненацистского подполья Крыма. О, welcome. Відомого телевізійного діяча, координатора ненацистського підполля Криму. Ви ж за цю свою координацію і в полоні були. Ну, звісно. Ви 5 днів, вас вони утримували, здається, та? Да, десь, да, так, приблизно. Суток, да, да. Як це сталося, Ярослав? Ви, чекайте, вас взяли прямо на виборчій дільниці, я пам'ятаю. Да. Що всі вас шукали. Зникли ви і Юра Грузінов. І Юра Грузінов, да. Вдвох. Да. Що ви там робили? Ви прийшли голосувати на референдумі? Ну, ми що могли ми зробити в цій ситуації? Тобто ми взагалі, в принципі, приїхали
ну, как уже команда медийная, потому что, то есть, еще до референдума мы приехали как-то фиксировать все, что происходит. И это, то есть, ну, это моя родина, естественно, yeah. то есть, все, что я могу сделать. То есть, мы наблюдали ситуацию много, помогали воинским частям, развозили там и 3G роутеры для того, чтобы они могли видеть там заблокированные там на кораблях. И в частях видеть, что происходит, потому что они были оторваны информационно. То есть какую-то гуманитарную помощь. То есть, ну, так вот просто много по Крыму перемещались, видели эту ситуацию. И, ну, было понятно, что работает огромная машина. И все, что мы можем сделать, это вот, ну, фиксировать для будущего следствия там процессы эти. Ну, так вы, кинооператор, могли бы этим не заниматься. Вы могли бы снимать свое кино. Тій самій Москві, але ви свою камеру заховали і пішли на виборчу дільницю. Я якраз достав свою камеру. Ви там достали. Ну, вибачте, пронесли, я хотіла сказати, туди і помітили, що ви знімаєте. Да? Ну, так, да, несколько там вийшло банально, просто там Юра достав не вовремя камеру, тому що то есть, я готувався к тому, щоб просто договоритися. Ну, то есть поприсутствовать на этом и по ситуации сориентироваться, там, как действовать, чтобы это было безопасно. Вот. Но Юра не вовремя достал, он попался, то есть мне уже нельзя было его бросать. Я понимал, что Юра, он гражданин России. Угу. И, соответственно, в такой ситуации, то есть когда его депортируют там обратно, то есть его уже даже никто и искать, наверное, будут, но такой... Не факт, такой поддержки, да, которая там будет у меня, например, то есть у него вряд ли будет. Но я не мог, естественно, его оставить. То есть, естественно, я с ним пошел, то есть мы дальше там нас забрали телефоны, дальше потом выяснили. То есть мы не сильно скрывали там, мы не вели игры в разведчиков, вот. Но тут, поэтому у нас в телефонах там было там знакомое с Майдана там. И, соответственно, телефоны попали в руки, и там все сразу она стала известна. А що про вас стало відомо? Стало відомо, що ваш батько, він же ж тоді був в кримській владі, угу. Він депутат. Депутат, да. І він був, по-моєму, один із шести? Один із, ну, на плакатах було чотири, да, чотири основних ворога Кримського полуострова. Тобто ага. Четверку самих злейших топ ворогов. Такі. Да, топ, да. І, ну, і, соответственно, то есть, причому, ну, то есть, когда меня допрашивали, не сразу поняли, кто я такой, и я уже даже договорился о том, что там, у нас карточки из камеры забирают и отпускают, так, по хулиганке. А то кто есть... вас, до речи, допытывал, вы не знаете? Ну, это самооборона местная. Миссель, ну, да? Да, но там было все очень крепко завязано с СБУ крымским, которое перешло вот, то есть, на ту полным сторону. Составом на ту сторону, то есть и машина, на которой мы приехали. Ее угнали из гаража, и она несколько недель стояла на стоянке СБУ Крым, в Симферополе. А-а-а. То есть, ну, все вот настолько так откровенно, угу. Беспардонно, скажем, дипломатично. И просто эти люди, которые там тоже, это, ну, вот эта власть силы, которую они почувствовали. Ну, для меня, ну, я понимаю, что это такой творчески отстраненный подход, но он психологически помогал. В том, что, ну, было интересно наблюдать все эти процессы изнутри, конечно, находиться просто вот... А что там было вам интересного? Не страшно? Ну, было... конечно, страшно. То есть неизвестность нарастала комом. Чи знают про вас? Ну. Чи вы могли позвонить батьку, например, тому же самому, и чем он мог помочь? В том-то и дело, что вот. Он точно не мог ничем помочь. Да. Вот. Но оставалось на что-то... Какие-то психологические конструкции я там строил себе, вот. Ну и там после первого допроса был уже увереннее, потому были? Что... Да, по два поломанных ребра, то есть начинали допрос с того, что берцы в солнечное сплетение, вот, потом, то есть, ну, ногами, потом начинался разговор. Но это были мальчишки, и это очень сильно, потому что мы ждали, то есть психологически готовили сутки нас, просто держали в камере, причем камера с... плиткой, вот именно склад столовой в военкомате Симферополя, вот, забрызгана кровью была плитка и матрас простреленный. Простреленный? То есть, да, то есть и стреляли не там, ну не знаю, но дырки такие именно как от выстрелов, но не пробитые тут же там в плите. Поэтому я там какой-то анализ сделал, и мы еще с
с Юрой могли глазами видеться, потому что была дыра в стене, которую не знали, про которую не знали те, кто входили в этот, на склад. То есть там была труба, и труба была вывернута, дырка осталась. И она так была чуть-чуть застойка, и поэтому те, кто заходили, там допрашивали, не знали про эту дырку. Я через камеру, мы через камеру, он был через камеру от меня, и через камеру видел просто его глаза. В какой-то момент просто, ну, увидел, что вот мы когда друг друга увидели, вижу у него ужас в глазах, понимаю, что кто-то из нас должен быть сильнее и поддерживать друг друга. Сам себя как-то это собрал. Вот. Но ждали крымский беркут. Там бы, если, то есть мы понимали, что нас, ну, так получилось во время допроса, не знаю, как получилось, Юра не говорит, но вышел мужик, который нас допрашивал, в коридоре ждал, а Юру допрашивали. И подходит и говорит: а ты не сказал, что твоего товарища ранили на Майдане? И тут я понял, что назад дороги нет, дальше были уже наручники, там автоматы. То есть до этого было все как-то так, там травматические пистолеты там, вот, какой-то вот, и пацанва молодая. Значит, травматические пистолеты, стреляли у вас над головой? Не, они просто вокруг все время присутствовали, мотались. Когда, ага, да. То есть люди все были вооружены, но то был уровень как-то обслуживания этих выборчих дельниц, вот. А это уже мы попали к силам специального назначения, было видно по тому, как они действуют, то есть и чувствовалось. Агрессию демонстрировали, да? Да, да, я, ну и агрессия, и профессионально, то есть упаковывали. Але ж, можно вас называть Конечно, Славу? Конечно. Ви ж не просто не сказали, що на Майдані хтось ранений, ви ж активно там знімали самі. І, ну, конечно, да. І вони про це знали? Да. Ну, вони узнали, да, ну... Ну что, из того уже исходили, из тех условий, которые уже есть. Информация уже присутствует. Соответственно, значит, вот и ждали крымский беркут. То есть с кем бы диалога не происходило. Но когда зашли, ну видно, в балаклавах там зашло трое, но видно было по глазам, что там до 30. Молодец. Да, и очень сильно полегчало. То есть стало понятно, что это сейчас не будет там сильных издевательств. То есть, ну, побили. Ну, в детстве и там в юности и посерьезнее были приключения там в этом смысле. Поэтому, ну, было уже не страшно. Я с ними разговаривал уже напрямую. То есть пытался с ними говорить. Тут он еще, то есть тот, кто допрашивал, признался, что у него два высших образования. И тогда вообще диалог пошел на другом уровне. То есть я уже начал ему говорить какие-то логические вещи. Он, конечно... Ну, эксперимент... Да, ну, то есть, да, и по реакции остальных парней было видно, что они начали шататься у них, это мнение. Вот, то есть в какой-то момент, когда я там сказал, ну, то есть когда он спросил уже так вот зло, откровенно, зачем вы так на Майдане вот это вот устроили... Вот, и говорю, ну мы просто выкидывали криминал из власти, просто коротко. Да, и он ясно. До этого держал пистолет у виска, он убрал от виска пистолет и поставил к ноге, только не в коленку, а вот видно было, что поставил так, чтобы, если что, пуля не попала в кость. И я уже почувствовал, что, трошки, что да? начал, да, расшатывать его сознание. Там, вот. Он что, собирался вам прострелить колено? Нет, он пугал, конечно, но, естественно, вот, ну... Ну, мог бы и прострелить, если бы там да. он почувствовал, там, что он теряет там, контроль над диалогом. Там. Поэтому я как мог там дипломатично себя вел в этом смысле. Но коротко выдавал уже. Ну, просто для человека, который размышляет. Угу. И поэтому уже было легче. Но на следующий допрос я даже ждал. То есть я подготовил тезисы для того, чтобы именно разговаривать именно с ним. Да. Но они больше не пришли. Может, кто-то узнал, что они дрогнули? Может, да. может, вполне возможно, что и они сами, то есть, начали выдавать, но, скорее всего, то есть, по состоянию психологическому вот этих персонажей, то, что они вышли, им тут же быстренько напаковали старшие, вернули в состояние. Правильное для себя состояние. Как вы выскочили из этой? Неизвестно, очень много людей в этом участвовало, но, скорее всего, то есть, насколько там, мы можем догадываться, что там даже без криминальных связей не обошлось. Потому что там, когда выступали там, Константин Меладзе, Володя Пресняков там, в защиту там, для местной самообороны, это только плюсы были. О, рыбка жирная. Ага. То есть для них... Держим, да? Ну да, конечно. Угу. Ну там сразу, там, как только узнали, что мой отец
Леонид Пилунский сразу тот, кто первый это обнаружил, говорит, а этого казачка покрепче держите. То есть сразу там цена начала вырастать. А батько знал, что вы там? Ну да, конечно. Да. Но мы приехали же как раз и, в общем-то, быть рядом с отцом, понимая, в какой ситуации он может оказаться. Точнее, не понимая, в какой ситуации он может оказаться, но какое-то прикрытие должно было быть. Тем более там у меня машина, то есть я поехал, но... Или вынимать отца просто из этой ситуации, или прикрывать как-то. Ну. А как он зараз? Він перестав, ну він дуже, а як сказати, він завжди рвався в бій. Він, ну його так, просто так посадить, сказати, помолчи, по-моєму, не можна було. Ну він мудрий чоловік, він знає, які куда у нього вмонтувався, возможності. Да. Да. Тобто, понятно, що він зайнявся літературою, він пише. Это то, что сейчас действительно там нужно на будущее, потому что обратная дорога очень длинная. И нам это было понятно еще до референдума. Уже до референдума, то есть в момент референдума мы уже понимали, что этот путь будет очень длинным. Поэтому и там за время нахождения там в камере было о чем подумать. И уже по опыту общения там, с земляками уже понимал, что обратную дорогу нужно выстраивать так серьезно, с корней, с основания. Потому что еще отец в 95-м году написал статью большую, развернутую, о том, что если Украина не будет заниматься Крымом, то мы его потеряем. Да, я помню. И все это происходило ровно так, как... Как он там писал. Я читала ее тогда, когда мы встречались. І він тепер там живе, і ви не бачитеся, ви можете говорити по телефону? По скайпу. По скайпу. Ну, скайп, вайбер. Общаємося, тобто, советуємося. Ну, ми робимо наші проекти, іменно соціальні, з розрахунком на те, що вони будуть ефективні, коли Крим буде повертатися. Ну, можна сказати, що ви, в принципі, як сказати, що ця вся історія, вона змінила ваші стосунки і навіть із тим світом, в якому ви працювали. Да? Ви в Москву не можете поїхати чи не хочете? Да, і не хочу. І не хочете? Ну, раніше, адже це ішов бізнес, який, напевно, міг би принести вам гроші, бо ви би могли знімати ці кліпи, які вам дуже добре вдаються. І ви, напевно, там би були на хорошому рахунку? Ну, перші півгода там, тобто мені ще дзвонили, ну, якось так от було дуже активно, після ВІА, да. Це вся ця реакція. Ну, там, все ж таки, вот. Ну, да. І? Ну, стібався. Як? Ну, приглашали там для зйомок в Криму, там, «Росія-24». Там. Ага. Ну, я говорю, ну, конечно, ребята, давайте, я готов, эксперимент отличный, если вас там устраивает, что координатор ненацистского подполья Крыма будет у вас оператором, я за такой эксперимент. Ой, извините там. Ну, и потом там, когда звонят, я там называю гонорар, там, полноценный довоенный, вот. А можно ли скидку какую-то спрашивать? Я говорю, ну... Скидку, послушайте, ну, я родом из Крыма, да, назовите хоть одну причину делать вам скидку. Ну, мы понимаем все, мы вообще за вас такое. Я говорю, так вы не волнуйтесь, 30% гонорара я отдаю снайперу на патроны. Ярослав. Так що ваші деньги не пропадуть, вони пойдуть в діло. Багато хто все одно закриває очі на ці всі історії, так? Бо є ринок, є бажання заробляти гроші. І дехто каже, ну, це бізнес, а це життя. Дехто каже, що, ну багато що всякого кажуть. Да? І словом, це така складна тема зараз для людей, от вашої професії. А для вас... Все виглядає, як на мене, інакше. Ви туди не їздите, ви і тут ви не кидаєтеся на кожен шматок, який можна заробити, адже у вас четверо дітей. Четверо. Четверо. І четвертий був іще ненароджений, коли ви були в полоні. Угу. Да, так і було. І ваша дружина, напевно, в цей час почувала себе не найспокійніше. І кажуть, що дітям передаються тривоги.
Як там він? Ні, отлично, очень. Ураган, машина. Ураган, есть, да, ураган. Як його назвали, ураган. Назар. Назар. То есть энергия, то есть за один день двух бабушек укатывается. Вот, то есть может справиться или папа, или мама. То есть, если, с помощью бабушки там все равно. То есть, ну, очень позитивный, да, ну, человек. Да, очень. Боец такой. Да, очень, да, сильный, позитивный. Я думаю, что просто там, конечно, то есть и есть харизма просто вот этого поколения. Вот друзья, у которых дети появились, они почему-то вот отличаются. Очень высокая энергия такая, гиперактивность. Ага. И очень... Ну, то есть ему 2 года, 2 месяца, он знает, он считает до 10, и он знает буквы, ну, там, 2/3 алфавита он знает буквы. Ух ты! Да, ну, то есть вот просто так вот. Так от я й кажу, що у вас є для чого працювати. Багато хто каже, ну, це... Політика, а це мій заробіток. Ви не йдете на будь-які проекти. Я вас не бачила там на всіх грошових справах, де ви могли би появитися, а ви зате з'являєтеся на сході на Донбасі. Ви, що дуже цікаво, щедро ділитеся своїми секретами професійними в соціальних мережах. Ви розказуєте всім, як розставляти ці всі ваші причандали, я не все знаю, як називається їх. А от всі це бережуть секреті, попробуй спитай, як ти це зробив. Ніколи ніхто не скаже, бо це бізнес. Кожен має свої історії, свої можливості кудись просочитися, а ви цим ділитесь, ви просто розказуєте це все, будь ласка, беріть безплатно. Этим очень сложно без практики пользоваться этими знаниями. Я знаю. Користуйтеся тим, що вони по своїм, да, по своєму опыту, да. То есть это все на ощущениях, на очень тонких. Это экспозиционное зрение. Это, ну, большой багаж, насмотренный там классических произведений, которые все нужно отпрактиковать там. Ну, от... Але ж ви це викладаєте не просто, щоб похвастатися, а, напевно, це така, як сказати, приманка, бо людина, яка це все побачила, хоче це зробити. Тобто ви самі збуджуєте собі майбутніх конкурентів, які будуть дихати вам сюди. Вообще, да? Совершенно спокоен по этому поводу. То есть даже, не знаю, сомнений никаких не возникает. Я не могу даже представить, что это конкурентная база, потому что рынок, он развивается стремительно. Он все равно будет накапливать возможности. То есть я все равно двигаюсь вперед ежедневно. То есть я не остановился и начал издавать накопленный опыт, а я продолжаю повышать там опыт свой. Я про це. Вас це турбує? Вам же хочеться знаходитися в якісному середовищі, де знімають хороше кіно, хорошою технікою, хороша картинка, хороший сценарій, хороші актори. Тому що зараз кажуть, ну, аби яке-небудь, зато наше українське. От мене це бісить страшно. Що значить, зате наше українське? І мені чомусь так здавалось, що це, що ви робите, воно якраз прямо на те, що ви хочете, ну, для себе обладнати нормальне середовище, якому можна себе нормальним професіоналом чувствувати. Ні? Так і відбувається. Тобто у нас просто є суперпрофесіонали, але немає качественної індустрії. Ну, і ж треба... Ну, самому побудувати? Ну, да. Ну, вот сейчас конкретно. То есть, вот мы, просто короткая предыстория. Мы в 93-м или 94-м году с однокурсником шли мимо киностудии Довженко. И так постоянно там вот присутствуем. Вот. И как-то у нас мысль пришла, что нельзя восстанавливать киностудию Довженко. Надо просто, чтобы новая киностудия построилась заново в другом месте. Потому что карма тяжелая, совковая. Вот. И она мешает развиваться. Вы же зараз... Курс будете читати? Да, в кіношколу. Ви при цьому займаєтеся постійно цією програмою своєю, яка називається «Жовтий автобус». «Yellow Submarine», кажуть на нього. Це насправді він як називається? Він існує, «Жовтий автобус». «Жовтий автобус». І завжди кажуть, слави немає. На ту рекламу він не прийшов, туди він не прийшов. Що в нього «Жовтий автобус». І якщо так розібратися, що таке «Жовтий автобус», то це ви знаходитеся в АТО. Фактично там, де живуть діти в тих обставинах, і ви їх навчаєте кіно. Тепер мені поясніть ваш розрахунок. Начнемо так. Да. Время собирати камни. Да. Зараз. Да. Собирати.
уже? Ну, конечно. Давайте. Да, да, да. То есть поэтому мы пошли в документалистику. Ну вот конкретно, начался Майдан. То есть мы вышли на Майдан с мыслью о том, что то есть наши возможности вот фиксировать этот исторический процесс с нуля формирования гражданского общества. Собрались люди, собрали баррикаду. И мы внутри изучали эти процессы. То есть мы понимали, находясь прямо там на Майдане, просто и наблюдая процессы, что нам не, у нас не было выбора для того, чтобы сформировать это ядро. В Чили там 10 лет вычисляли Пиночета, они его рассчитывали там, вот. То есть они, это была 10-летняя подготовка. А мы уже на Майдане, у нас нету плана, как действовать дальше. Да. Мы понимали, что сейчас происходит тот самый момент, когда Украина выйдет, а я уверен в том, что она выйдет, как самостоятельный организм, станет крепкая, сильная, станет на ноги, и система ценностей будет все равно своя, индивидуальная. И мы находимся в том моменте, когда это сейчас зарождается. И вам треба було це фіксувати. Да, поэтому мы вот снимаем до сих пор уже в монтаже фильм, где мы с нашими героями прошли и войну, вот, были с ними на передовой, были под обстрелом, мы увидели вот эти обстоятельства последовательно, как это формируется. Тих как, людей, как, яких вы там зустріли, и потім которые, вы с ними да, пішли с Майдана, туда. Да, мы пошли, у кого разные судьбы, разные выходы, но каждый из наших героев, он и свой типаж, и свою социальную там, принадлежность, ну, свое понимание социальных процессов, мы их отследили. Находясь на передовой, мы просто наблюдали, как информационное пространство в Киеве, на мирной территории и на передовой, оно отличается. И люди, которые находятся там, то есть мы искали, опять же, способ, как нам вернуть, то есть, ну, начать путь обратно в мир. И наблюдая, что, ну, все превращается... Еще становится еще сложнее, люди все равно там закапывают свой интерес, начинают закладывать даже там на передовой какие-то. То есть мы возим гуманитарку и видим, что происходит с, этим, с этими процессами. И мы вот это вот все внутри, всю эту конфликтная ситуация, когда общество начинает расшатываться и рассыпаться во взаимодействии друг с другом, мы все равно искали, каким образом начать путь обратно. Дети... Они не подвержены пропаганде, потому что они себя еще не воспринимают как частью социальной группы, как государства. То есть на них не может влиять? Оно просто на них не работает. То есть на них работают родители, влияние родителей, там какой-то прессинг учителей. Они могут там подчиняться. Но как только он становится совершеннолетним, вот те условия, которые там он попадает, они до совершеннолетия все талантливые, они мечтают. Да. И вот. Вы в цей час хочете с ними встретиться? Мы встречаемся с ними до их совершеннолетия. Мы с ними общаемся на темы их интересующие. Вот, то есть, вот ну, мы это кто? Ну вот мы команда «Желтого автобуса». Чего «Желтый автобус» все-таки? Он ну, сейчас тут проезжает, он... и мы... я хочу запитати, чего он «Желтый автобус»? Ну потому что он, это образ школьного автобуса, угу. Который в себе просто в... вкладывает очень многогранный такой, есть такой герой, там, Валли, например, да. Мы туда вкладываем, вот в этот желтый автобус, весь образ такого крепкого, мускулистого, маленького, но которого не остановишь, там, персонажа. И туда и это и желтая подводная лодка, в эти, это просто, это как братья, там, вот, есть так, ага. Валли и робот. И это же школьный автобус, который приезжает с мастерами. Но это образ, он тоже многогранный. Есть конкретный физический желтый автобус, который мы снимали в... То есть он иснует, этот автобус, ну, конечно, как машина. Да, с чего, да? Да, с чего да. Началось. То есть, да. Есть конкретный желтый автобус, который все там, все третий год уже ездит на передовую и возит гуманитарку. Они занимались, это народный тыл. На День волонтера мы сделали клип группе ТИК, сняли такой вот. И там вот он играл одну из главных ролей, этот желтый автобус. Причем я снял и забыл. Ну, то есть конкретные были персонажи, был конкретный водитель, который вот тысячи, десятки тысяч километров намотал. Автобус этот десятки тысяч километров намотал. Он был там в сюжете этого клипа. Я, значит, вот снял и забыл. Вот он существует, этот клип. А потом, когда придумался желтый автобус, потому что он должен быть солнечный, открыт и не претензиозен вообще. И безопасный, да? Конечно. Такие, какие хочется туда зайти и захватить. Да, да. И он там вот у нас там в самом логотипе, он таких на спасательных кругах, то есть он плавать умеет. И мы этот образ и в анимации сейчас его разрабатываем. Только чтобы он был такой вот привлекательный
И то есть, дети на него реагируют сразу. Там. Ой, машинка, первая коробка, которую поставили с трафаретом желтого автобуса в Васильковской школе. Там, подошел ребенок и ой, машинка там вот. И все, он уже там влюбился в этот... И потом, когда мы собирали гуманитарку, через неделю дети пришли, такие запакованные подарочки для детей Востока, такие вот он стишочек прочитал и говорит, ну что, уже можно нести подарок в желтый автобус? Он сразу же конкретно, мои дети говорят, мы же хотим уже встретиться с желтым автобусом. А чому ви вирішили, що саме кіно може там якось їм поміняти життя цим дітям, яким страшно, яких... Розбиті будинки, які самі часом поранені, також є. Мы когда первый раз ехали, мы очень... Потому что это наша профессия, которую мы знаем. Тут понятно, мы можем, да. Мы можем организовать экспедицию. Так. Вот, и мы знаем, что мы там способны выйти, развернуться на любой площадке. И? Вот, если что, быстро свернуться там, вот, уйти из-под обстрела. Уже опыт есть. Мы провели эксперимент. Мы поехали туда с видеоработами. О том, как в Василькове собирают эту гуманитарную для помощь. Для них. Для них, да. И привозим и делаем показ, даем гуманитарную помощь. И проводим с ними время, мастер-классы ознакомительные про кинопрофессии. Ну, то есть там приехал гример, приехал там костюмер, приехал. И мы с ними, с детьми так провели ознакомительное. Потом раз, сделали маленький фильм. А это со многих сторон очень интересный опыт. И психологи, которые работают с военной травмой, нам подтвердили, что у нас верное направление. Да? Дело в том, что наша одна из задач была просто арт-терапия. Опять же, с известными нам инструментариями. Конечно, у нас многогранные планы, мы целимся далеко. Но мы понимаем, какой эффект мы должны произвести, к чему мы идем. Okay. Разрушить информационную границу, разрушить ее. А когда приезжает стандартно, как происходит привоз гуманитарки? То есть в Киеве люди собрали, транспортные волонтеры отправили, там военным раздали, военные привезли детям, то есть, чтобы решить задачу о том, что надо мирных жителей с военными сводить. Как происходит на самом деле, когда не всегда там трезвый военнослужащий начинает раздавать, потому что он свободен там от дежурства. Вот, он раздает, вот, а детям капают на голову там окружение о том, что вот наши военные, ну, то есть украинские военные, вот такие. А понимаете, что причинно-следственная связь потеряна, и каждая из сторон накапливает негативную информацию друг о друге. Соответственно, этот раскол продолжается. И там, в серой зоне, он продолжается прямо сейчас. То есть разделение. Мы когда по Маринке ходили, снимали о том, как они живут, мы видели это просто 150 метров. Вот здесь дворы, собираются там знакомые. Они вот патриоты, они говорят, молодцы, вы правильно делаете. 150 метров выходят и говорят, вы пресса, а, вы все врете. И на штампах, и рассказывают нам о том, что, а знаете, кто первый стрелял? А знаете, кто нагадил в школе там? На парту там? И, то есть, в какой-то момент, то есть, я там взорвался так, жестко так отреагировал на такой вопрос, такой, говорю, да мне плевать. Вот сейчас, в данный момент, кто сейчас стреляет? Я знаю, что это война. Мы сейчас занимаемся вашими детьми, которые не могут решать за себя, находиться им здесь или нет. И человек вышел за рамки своего шаблона негативного. Он вдруг понял, что, это про детей. Он вообще вспомнил о том, что да, здесь есть дети, они не должны здесь находиться. Глаза в землю и ушел. И когда дети, за время, когда мы с ними работаем в школе, там два дня мы присутствуем, мы знакомимся с детьми, мы там разные мастер-классы, выходим, пробуем снимать, там, выходим с камерой, там, я ей показываю, там, как сделать там, Алису в стране чудес просто рядом со школой, там, вот, какими средствами мы пользуемся. Там. Они они начинают творить чудеса сами. То есть мы вот в Красногоровке, в Маринке, там вторая экспедиция была, мы просто приехали проектором на стену, занавесили окна в классе, и проектор большой на большой экран вывели там живопись, классические произведения. Сдавалось бы. Вот я просто там рассказываю курс операторского искусства, как сделать красивый портрет. Да. Я показываю живописные полотна, о том, как это работает. Что? Да, ну, и Микеланджело, и Рубенс, и всю классику. И все, что, да. И показываю, посмотрите, как это происходит, как работает свет. Ну, занавеску одернул, вот стул. Садись, пробуй, сделай красивый портрет.
нижний свет, верхний свет, они все это понимают, они схватывают Проблять? Мгновенно. Да? Когда я ракурсом показываю там на портрет девушки, тут вокруг дети стоят, и кто-то кричит, а я знал, что сверху будет лучше. Да. Конечно, так я же там мастер-класс начинаю с того, что дети, у вас есть смартфоны, выберите 3 фотографии на ваших смартфонах, которыми вы гордитесь. И первая девочка, которая дает мне телефон, у нее 10 фотографий, просто цветочки, но идеальная композиция. Да? Чутье идеальной композиции. Я показываю, дети, смотрите. Всем нравится картина? Всем. А теперь давайте разберем, почему она нравится. Как работают законы восприятия. И они начинают открывать для себя этот мир мгновенно. Они тут же на оперативной памяти начинают, у них анализ, ну то есть критическая точка зрения на процесс. Мы же еще рассказываем про монтаж, о том, как работает монтаж, о том, как пропаганда начинает. То есть потихонечку мы рассказываем про это, они тоже про это знают. Они начинают расти просто с критическим сознанием, и родители им ничем не могут повлиять на них. Пошкодиться, да, не может. Да, то есть, соответственно, как только совершеннолетие наступит, точка зрения родителей пойдет лесом. И это наблюдали мы еще, занимаясь гуманитаркой, перемещаясь. Я как-то ехал с переселенцами из Горловки, и они под бомбежками были. И мы приехали, у нас было там 2 дня, они жили на Трухановом острове, а потом поехали в Белую Церковь, повезли семью там на постоянное поселение в санаторий. И сын 16 лет. То есть было отец, мать, там бабушка и сын 16 лет. Сын там побыл с казаками на Трухановском острове, там позанимался, они там строили конюшню такую. На второй день выбрил себе чуба и сказал, что я остаюсь. Родители сказали, ну и оставайся. И я по дороге с ними много общался там, вот. И я понимаю, что это ну, настолько... вот почему закон Моисея? Угу. Невозможно. То есть страх, который очень блокирует вообще любую попытку даже собственного развития. То есть своего движения сознания. То есть критическая точка зрения запрещена вот в этом сознании. И для меня там с Крыма это было понятно, я прямо аж чувствовал, что вот разговариваешь, есть 15 минут с человеком говорить, вот у него пропагандистский шуруп в голову такой, завернут такой вот. Mm-hmm. И он сидит, и он такой в напряжении. Как только начинаешь с ним говорить и на логику выводить, этот шуруп начинает выкручиваться. И это болевое да, uh-huh. ощущение. Ну, я такими образами оперирую, потому что на ощущение. Он просто его цепляет, болевой шок, и он начинает возвращаться. Ты что, мне пропаганду тут лепишь? Там, вот такое вот. И все, и откат назад. И это ну, на подсознании как-то закручено, потому что истерика там вот, ну, происходит. Как в Севастополе. Мы через бухту переправлялись и на пароме. Mm-hmm. Юра Грузинов был, это до референдума, значит, на верхней палубе, я на нижней палубе. И мы наблюдали одну и ту же ситуацию с женщинами на этом, то есть с разными женщинами на одном пароме. Одинаковую. В бухту заходит десантный корабль, российский, с российским флагом на корме. Но на мачте у него висят вымпелы, которые сообщают информацию. По морским правилам он заходит с информацией, что за корабль, это все флаговая азбука. И один из этих вымпелов синий-желтый, только вертикальные полоски, но он большой, квадратный. И с женщиной, там, с девушкой происходит истерика. Она начинает вопить, тыкая пальцем в корабль и кричит истерически. Украинцы вон из Севастополя, ее колбасит. Ее же парень начинает успокаивать. Посмотри, это российский корабль, вон сзади, посмотри, на корме российский флаг. А она не может успокоиться. И это происходит у меня на нижней палубе и у Юры. И мы друг к другу приходим, и так вот, я тебе сейчас такое расскажу. Там, вот. Понимаете, что насколько глубоко это. И, соответственно, обратный процесс еще сложнее. И вот эта вот попытка говорить много, говорить там, говорить здесь, общение. То есть у нас вот привели к тому, что ну, мы можем... Будем этим заниматься долго. Давайте заниматься этим с детьми. Чтобы на этом пепелище выросли зеленые всходы. Вот живет ребенок, он живет в совке и в войне. Значит, весь мир для него совок и война. Да. А мы им просто показываем совершенно другой мир. То есть мы заходим совершенно с другой стороны. Мы с ними общаемся как со взрослыми и предлагаем им вот... А смотрите, какой у нас классный мир, то есть вообще вот нашего желтого автобуса и наших киношный мир. И мы начинаем с ними общаться, просто выводя их из этой зоны конфликта совершенно.
то же самое происходит с ветеранами АТО. Ага. С нами в последний, вот в лагере был ветеран АТО, режиссер монтажа, который там год был с той волной мобилизации, когда уже минские договоренности действовали, и он не мог отвечать. То есть он провел там год, условно, в окопе под обстрелами, не имея возможности. Психологическая нагрузка настолько серьезная, что там первые волны мобилизации, вот, это, ну, люди сильные, которые там вкусили какой-то вкус побед там и так далее. Это волна мобилизации. Она просто очень критически, в критически тяжелом состоянии находится, потому что нету ничего позитивного. Они там пробыли, он возвращается сюда, а здесь информационное поле, которое просто его расшатывает. И он, когда уезжал, мы предложили ему, а я давно с ним знаком, еще с 90-х, с института, это был вот просто человек-лампочка такой, светящийся. И тут я вот разговариваю с человеком с серым лицом. Он вернулся, его рвет туда-обратно, он хочет сбежать отсюда. Там, вот. И он проекты, он сделал несколько проектов и не может найти себя. Тут мы ему предлагаем такую работу. Он выезжает в лагерь, начинает общаться с детьми. И он погружается не в свою травму, а он погружается в то состояние, когда он был молодой, светлый, и кинематограф начинал любить. Начал тем своим состоянием делиться с детьми. И он на третий день уже, румянец на лице, он подходит, говорит, пацаны, вот вы просто выручили. Просто вернули к жизни, я теперь понял, что я здесь нужен. Я Слава, честно, я пишаюсь, что я вас... знаю. Виходить, я казала, що завжди думала, що ті люди, які стоять там по ту сторону камери, дивляться там туди. А там часом я туди зазираю, я нічого не розумію. Як ви можете цей світ там таким бачити, як там просто темно, ще і часом я бачила верх ногами. А виявляється, я права була в тому, що я сказала, що коли з тою людиною познайомишся, вона виявляється особливо, вона не проста. Оператор видить не там. Почему оператор? Він видит не там, він видить от здесь. От так, я про це і кажу, Слав. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.